А сейчас сменим тему. Мы расскажем вам об изгнании дьявола. Противоборство Бога и дьявола сейчас так же актуально, как и во все времена. И как тысячи лет назад, место сражения – это человеческие души. Люди, одержимые бесами, стремятся в церковь, чтобы пройти ритуал очищения. О современных экзорцистах в репортаже Юлия Гробовская. Сельский храм. За несколько лет он стал одним из главных центров экзорцизма. Одержимые дьяволом съезжаются сюда каждую пятницу, и здесь их вычитывает приходской священник отец Василий. Однако одного визита часто недостаточно. Для полного исцеления нужны долгие месяцы и даже годы. Живуть як скоти. По-собачому гавкають, по-котячому, що хочете. А як? Це в'є, це на чиста сила орудує людьми. В храм не може зайти. Больний. Його ведуть, він тікає з храму, там що чудо, ловлять і доганяють. І мати гнуть, що хоче. І на його мати, на батюшка, він терпить. Снимать на видео чин изгнания бесов обычно не разрешают. Но отец Василий убежден, что эти кадры могут спасти многих одержимых, которые еще не слышали об экзорцизме, а заодно убедить скептиков, что одержимость дьяволом – реальность. Это самые обычные проявления вселившихся демонов. Непроизвольные телодвижения, крики, рычания, паническая боязнь священных предметов. Несколько лет назад, потеряв жену, он собирался уходить в монастырь. Но духовный наставник сказал: «Клетку всегда успеешь, иди спасать людей». С тех пор в помощи священник не отказывал никому. С одной я, когда, значит, она приходила, они были дуже яростные, сразу до того матюкались, что ужасно. Некоторые люди даже на литургию, когда приходили они, то матюкались. Вот, а люди говорили: «Батюшка, если так будет, мы уйдем из церкви». Я говорю: «Детки, вы только поймите одно, а если бы с вами это случилось бы, и я бы сказал бы вам, выйдите из церкви, как вам, нравилось потом или нет?» «Нет». «Значит, мы должны терпеть, спасать их». Сам видит духовно больных и очень много внимания уделяет духовно больным. И вычитку делает, и отдельно работает с ними. Сюда приезжает специально на вычитку. Я приезжал сперва с женой, потому что я сам не мог ходить. А теперь уже я сам прихожу. Вычитка длится несколько часов. Сначала к телу бесноватого экзорцист прикладывает крест. Потом общий молебен и окропление святой водой. Для священника это огромное напряжение, для одержимых тоже. Рука воздумая, разгорша, если я тут ничего не смогу соображать. Мне, моя жена, да, поработать, как тебе достать. Подумать надо, как тебе достать, разорвать гадюку. Людмила Маймес снова собиралась умирать от рака. После операции ее здоровье только ухудшилось. Пришла на вычитку и оказалось, что она боится Святого Креста и Святой Воды. У экзорцистов это верный признак одержимости. Я ничего не чувствую. Я лично ничего не чувствую. А беса Хрест пече. И того он кричит. В основном, как батюшка прикладывает сюда ось Хрест. И тоді сильно он кричит. Пече его и забереши. Хрест вонючий. Им в церкви все воняє. Все святе им воняє. Пять лет назад в ряды экзорцистов вступил и отец Петр. За эти годы он определил саму сущность демонов. Это разумные духовные существа, и нельзя их недооценивать. Бесов нельзя ни в коем случае недооценивать. Они знают все законы физики, химии, математики вместе взятых. Они знают тайны человеческой души. Тот человек заблуждается, когда думает, что это какой-то вымысел, как нам вот... люди думают, представляют это в каких-то фильмах, сказках и так далее, как добрые бесы там или белые колдуньи начинают помогать там и так далее. Ничего не бывает белого. Бесплатный сыр только в мышеловке, понимаете? Противники экзорцизма – это чаще всего врачи-психиатры.
Профессор Московского научно-исследовательского института психиатрии Юрий Полищук считает, что в ходе так называемой отчитки совершается эмоциональное стрессовое воздействие. И, несомненно, если речь идет о больных психическими заболеваниями, то такого рода процедуры обостряют состояние психоза. Уйдите, слушай, блядь! Уйдите, я боюсь! Я боюсь, не надо, блядь! Потеревать! Уйди, уйди! Я сказал, ты ненавижу! Уйди, потеревать! Но православные экзорцисты это тоже хорошо понимают. Психически больных отправляют прямиком к врачу. Видно, когда человек психически болен, а когда человек действительно одержим духом нечистым. И здесь, конечно, нужен опыт и нужна практика, чтобы распознать таких людей. Потому что если человек психически болен, и его начинаешь там вычитывать, и начинаешь производить какие-либо манипуляции и так далее, и молитвы, то просто-напросто ты этого человека еще больше усугубляешь его положение. Потому что психические заболевания и одержимость духом нечистым – это немножко две разные вещи. Впрочем, побывав в психиатрической клинике, отец Петр решил, что 80% пациентов должны посещать вычитки. Одного он даже вылечил от шизофрении. Заведующая отделением призналась, что не видела такого за все 40 лет работы. Юлия Гробовская, Владимир Хребтович, Евгений Сафронов. Аналитическая программа «Постскриптум».